вокзале сегодня не случайно. Вы доказали своими успехами в учебе, своим неравнодушным отношением к окружающему миру, своими творческими успехами, свое право носить гордое имя россиянина. Красноярский край, Сибирь. Почти 4 века уже живет в условиях такого многонационального уклада, такой настоящего объединения и добивается общих целей. Может быть, сама природа так распорядилась, что здесь для того, чтобы выжить, для того, чтобы добиться, нужно всегда чувствовать плечо своего товарища, и не так важно, какой национальности, какого вероисповедания.